В то время, когда в России 80 лет назад утверждали официальный праздник профессионального образования, в Ульяновске Симбирске уже 100 лет, как его праздновали. Выпускники ремесленных училищ Симбирска славились на всю Россию. Сейчас с трудоустройством проблем тоже не возникает. Профессии, которые осваивают в Ульяновском многопрофильном техникуме, востребованы всегда. Мы обучаемся на этом современном КАМАЗе, и я этому очень рад, поскольку категория С очень востребована. А еще я люблю работать с деревом, то есть вот дома у нас есть разные всякие ножички, маленькие там всякие, вот, мы любим делать ложки, работать по дереву, вот, всякие там фигурки из дерева, потом, ну, покрасочные работы как раз дерева, чтобы оно там не намыкало, не разбухало. Нас учат разработке и интеграции программного обеспечения, администрированию баз данных и сопоставлению программного обеспечения. Все студенты признаются, что изучают на профессиональном уровне то, что до учебы считали своим хобби. Поэтому работа с профессиональным оборудованием и под заботливым оком мастеров нравится всем. Обучение построено так, что еще не покинув стен техникума, ребята пробуют себя на производстве. Получают зарплату и рабочие нагрузки, понимают, готовы ли они посвятить жизнь профессии. Как правило, производственная практика только распаляет интерес к учебе. Стараемся ребятам, чтобы было интересно, заинтересовываем также вот сперва в этих кабинках, потом выходим на строительные объекты, где они получают уже, интересованность у них появляется, где они начинают получать заработную плату вот за свой труд, за свою работу. Здесь учат на бюджетной основе, однако оборудование современное. По возможности инвентарь техникума обновляется. На следующий год, кроме открытия обучения по новым рабочим специальностям, в учреждении откроется центр опережающей профессиональной подготовки для людей всех возрастов. В этом центре можно пройти будет профессиональную подготовку и переподготовку взрослого населения. Повысить квалификацию людей, кто хочет овладевать знаниями, независимо от возраста, включая пенсионеров. Однако не только одними профессиональными навыками силен техникум. Здесь кипит студенческая жизнь. После занятий ребята репетируют флешмобы, а те, кто любит велосипедный спорт, в канун празднования 80-летия профессионального образования в России и 180-летия в Ульяновске отправились с директором в велопробег. Павел Половов, Юрий Конихин, новости Улправды ТВ.